В нашем торговом зале представлен широкий ассортимент всевозможных запчастей на европейскую и азиатскую дорожестроительную или снегоготовительную технику. Также представлен широкий ассортимент расходных материалов, таких как рукава высокого давления, смазки, масла. Основной принцип нашего филиала – это наличие на складах и сжатые сроки поставки запасных частей. Мы осуществляем выездной сервис, стационарный сервис, ремонтируем спецтехнику. Обращайтесь, у нас высококвалифицированные кадры и специнструмент. Справимся с любой проблемой. Когда пришли санкции к нам, нужно было что-то выбирать взамен той техники, которая ушла с рынка. И первые, кто нам протянули руку, это были сани. Мы, если честно, изначально отнеслись с настороженностью к этой фирме, потому что никогда ранее с ней не сотрудничали. Но благодаря специалистам, которые с нами провели переговоры, показали технику, рассказали, мы решили попробовать работать именно с сани. Сани работаем второй год, у нас 4 единицы техники в парке. Планируем в будущем еще приобретать технику для работы. Почему сделал выбор в пользу сани? Ну, потому что сначала работали с компанией «Трактор Деталь», тогда, когда они поставляли технику «Джон Дир». И, насколько я понимаю, после ухода с рынка техники «Джон Дир», «Трактор Деталь» не смогла бы поставлять некачественную технику на наш рынок. Соответственно, выбор пал только в пользу сани. В связи с тем, что все-таки компания «Трактор Деталь» в Тюмени представлена с 2011 года, все лучше и лучше происходит обслуживание. Вот также ребята выезжают в лес, также ребята выезжают в карьер. Реагирование на заявки клиентов, ну, практически получается в течение 3-4 часов. Работу «Трактора Деталь» оцениваем очень хорошо. Они являются нашими давними партнерами. То есть, очень радует умение «Трактора Деталь» переориентироваться, найти замену экскаваторам, которых ранее не было, и уметь все это хорошо обслуживать. Спасибо «Трактора Деталь». Наш филиал в городе Тюмень основан в 2012 году. В прошлом году мы отмечали его десятилетие. Это торжество было совмещено с таким приятным событием, как открытие нового магазина и склада на первой линии улицы Авторемонтной. Сейчас мы как раз здесь находимся. Под нас построили абсолютно новое здание, спроектированное под наши задачи. Оно очень удобное для клиентов и сотрудников. В этом году мы снова расширяемся в Тюмени. Сейчас техника поступает на склады с востока, и Тюмень в силу своего географического положения стала одним из логистических хабов компании. И это потребовало расширения площадей под хранение техники. И у нас появилась прекрасная демонстрационная площадка на первой линии объездной дороги в Тюмени. Здесь каждый заинтересованный в приобретении техники клиент может потестировать технику в реальных условиях. Выкопать траншею экскаватором, перемещать грунт бульдозером, спланировать площадку автогрейдером, погрузить самосвал фронтальным погрузчиком, а на самосвале проехаться по тестовому кругу для того, чтобы оценить его проходимость и работу. Очень важно при приобретении дорогостоящего оборудования иметь представление о технике не только по буклетам, но и оценить, как она себя ведет в условиях реальной площадки. Филиал в Тюмень развивается, мы полны оптимизма и нацелены на успех. Добро пожаловать к нам в Тюмень.